Полвека науки и образования Вятскому государственному университету исполнилось 50 лет. Праздничные мероприятия развернулись на Театральной площади и в главном корпусе вуза. Репортаж Кирилла Сысолятина. По ковровым дорожкам в коридоре и студентов ВятГУ от дверей первого корпуса почетные гости проходят к своим зрительским местам у сцены. Ветераны университета, деканы, преподаватели, городская администрация и члены областного правительства. Кворум для торжественного расширенного заседания ученого совета ВятГУ достигнут. Вынос флага и заседание открыто. Приветствую всех наших нынешних преподавателей и сотрудников вуза, студентов и аспирантов, а также наших замечательных выпускников, многие из которых добились выдающихся успехов в жизни, на производстве и которыми мы искренне гордимся. В числе почетных гостей много известных лиц. Председатель ЗАГС Собрания Алексей Ивонин, главный федеральный инспектор по Кировской области Фердоуис Юсупов, депутат Государственной Думы Олег Валенчук и многие другие. Из общего количества собравшихся на Театральной площади больше всего было студентов. Часть из них помогала в организации мероприятия, остальные встали под знаменами своих факультетов. Я его люблю очень сильно, особенно свой факультет строительства и архитектуры, факультету счастья, добра, удачи, хорошо сдать экзамены всем. Мы любим политех, это самый лучший университет на Вятке и вообще в мире. Мы его любим, обожаем, вот все. 25 мая на стене первого корпуса ВятГУ была открыта мемориальная доска президенту университета Василию Кондратову. Ученый-металловед, доктор технических наук, профессор, работал в Вятском государственном университете более 40 лет. Также к юбилею вуза приурочили открытие выставочного зала. По экспонатам, работам студентов и преподавателей и фотографиям на стендах можно изучить историю каждого факультета в отдельности и университета в целом. Кирилл Сысолятин, Руслан Быкасов, Вести, Киров.